Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале Энск-49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, 5 сентября не дайте вялости и сонливости взять над вами верх. Взбодритесь и возьмите себя в руки. Тельцы в этот день попали под удачное расположение звезд. Все ваши идеи и начинания могут воплотиться в жизнь. Действуйте смелее. Близнецы, переизбыток общения может отразиться на вашем самочувствии. Попытайтесь хотя бы немного побыть наедине с собой в этот понедельник. Ракам не стоит посещать торговые центры. Вы не в состоянии сейчас выбрать, что именно купить, и поэтому можете просто скупить все на своем пути. Львы, забудьте о неудачных попытках устроить личную жизнь. Прошлое давлеет над вами и создает преграду для будущей любви. Девы, не спешите назначать важные встречи. Вероятность форс-мажорных ситуаций довольно велика. Весы, дела делами, но не оставляйте близких без внимания. Не нужно пренебрегать ими, а уж тем более затевать ссоры. Для скорпионов грядущий день может оказаться не из легких. Помните, ничто так не подрывает авторитет, как несобранность и суетливость. Стрельцы, зачем бояться препятствий, ведь их преодоление – это верный путь к самосовершенствованию. А козероги будут светиться от счастья, другие знаки могут только позавидовать такому эмоциональному и романтическому состоянию. Водолеям звезды не советуют принимать участие в делах, которые их лично не касаются. Как говорится, не просят – не влезай. Рыбы – все лучшее детям, а почему бы и нет, кому как не своему ребенку дарить душевное тепло и материальное благополучие. На этом все, с вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.